Полторы тысячи раз люберчане обратились за помощью к правоохранителям за прошедшую неделю. Не менее напряженными рабочими буднями стали у пожарных. Огнеборцы ликвидировали 13 возгораний. Такие цифры были озвучены на оперативном совещании в администрации. В курсе последних новостей из жизни округа наш корреспондент Дарья Борисова. Капитальный ремонт многоквартирных домов приближается к середине. Полностью привели в порядок 60 МКД из 125 запланированных. Рабочим осталось отреставрировать 3 фасада, отремонтировать и заменить инженерные системы в 6 домах. Работы по ремонту кровли выполнены в 42 многоквартирных домах из 49. В работе 7 многоквартирных домов. Мягкие кровли закончены. В работе остались жесткие кровли только. До 20.11 все работы будут закончены. Дорожные службы продолжают поддерживать областные и городские проезжие части в нормативном состоянии. Ежедневно рабочие и спецтехника следят за порядком на остановках, проводят уборку придорожной полосы, демонтируют несанкционированную рекламу. В разгаре подготовка к работе в условиях зимней непогоды. На сегодняшний день у нас в организации Дорсервис мы практически на 90% готовы к выполнению работ по зимнему содержанию. У нас имеется в наличии 13 комбинированных дорожных машин. Заготовлено 90% песко-соляной смеси. Другими темами оперативного совещания стали результаты работы скорой помощи, реализация проекта по раздельному сбору мусора, последние события из сферы культуры и спортивные успехи люберчан. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.